А сейчас о спорте. Наши гандболисты и волейболисты бьются за результат. Приднестровские команды в финале молдавских чемпионатов, и первый победитель уже есть. Все верно, Алексей. Досрочное чемпионство у гандболистов ПГУ «Картина ТВ». Они обеспечили себе золото чемпионата за 2 тура до финиша. В прошлом туре терраспольчане одержали крупную победу над Бельской академией 67-31. В итоге наши опередили серебряного призера кишиневскую «Фортуну». Хотелось бы, конечно, чтобы было больше команд и больше игр, и чемпионат тогда станет намного интереснее. Битву за бронзу продолжает молодежный состав терраспольского клуба. Гандболисты из «Дюшор-1» проведут решающий поединок с Бельской академией. Тем временем в женском чемпионате столичная команда ПГУ «Дюшор» завоевала бронзу. На 4-м месте финишировал еще один наш клуб из Чебруч. Ну а в волейбольном первенстве пора жарких финалов. Пендерская «Тигина» борется за чемпионский титул с кишиневским ОСМ «Баставаном». В серии до 3 побед уже сыграны 2 матча. Счет пока равный, соперники выиграли по 1 игре. Здесь очень хорошие игроки и хорошая работа видно в этой команде. У них довольно-таки приличная подача и организованная команда. Команда, которая стремится к победе. Следующие игры бендерскому клубу предстоят на выезде. Наша команда надеется показать результат в гостевых матчах. Я все время ребятам говорю, что у вас есть опыт и побед, и поражений, и выходить с этих поражений. Вот это самое главное. Выход из поражения, то есть забыть это все, пройти дальше и настроиться на игру и победить все-таки. В этом сезоне волейбольная «Тигина» уже выиграла чемпионат Приднестровья и стала обладателем Кубка Молдавии. Теперь наш клуб настроен завоевать и первый в своей истории чемпионский титул. К женскому волейболу терраспольский клуб «Динамо Глория» обыграл бендерскую «Дюшор-2» в 3 партиях. «Динамо» вышла на 3-е место в турнирной таблице. Что касается нашей команды, то это была как раз как хорошая контрольная игра перед нашей одной из важнейших игр 2-го круга, которую мы будем играть в следующее воскресенье. Матч удался. Девчонки сыграли нормально, дали возможность поиграть и молодым девочкам. Кто сыграет в полуфинале чемпионата, станет известно уже в ближайший уикенд. Наша команда проведет завершающий матч 2-го круга на выезде. Главный соперник за выход в финальную стадию – кишиневский «Политех». И еще новость, на этот раз баскетбольная. «Тигина» провела первый матч финала чемпионата Молдавии. На выезде бендерчане уступили «Донбаскету» 76-93. А в футболе, точнее в дивизионе А, только стартовал сезон. Футболисты «Тигины» дома проиграли кишиневской «Даче» 0-2. И еще одна новость, на этот раз из-за рубежа. Наш земляк Артур Далалаян, знаменитый гимнаст, в составе сборной России стал чемпионом Европы. У Артура золото в вольных упражнениях и серебро в индивидуальном многоборье. Уроженец Кременчуга Далалаян практически повторил свой триумф в польском Щецине. Напомню, в прошлом году атлет стал 2-кратным чемпионом мира по спортивной гимнастике. А его команда, сборная России, сейчас сильнейшая в мире. Радует, что в составе такой сильной команды есть приднестровец.